Деревня Галева на земельном участке неподалеку от сельхозколледжа. Впервые в Пинском районе появится квартал многоквартирной жилой застройки. Событию придали особую торжественность. 30 апреля здесь состоялась церемония закладки первого камня нового жилого комплекса. С песнями и речами в присутствии представителей власти, строительных организаций, почетных гостей и других. Почему было, собственно говоря, принято решение о строительстве подобного крупного комплекса именно в этом месте? В районе сложилась такая ситуация, что именно в пригородных сельских советах, которые расположены в 10-километровой зоне от города Пинска, на сегодняшний день у нас практически не осталось свободных участков для индивидуального жилищного строительства. Если в более отдаленных с этим нет никаких проблем, то здесь плотность застройки уже достаточно высока. Поэтому для того, чтобы снять вопросы с очередностью, которая в пригородных сельских советах высокая, было принято подобное решение. Новый квартал жилой застройки решили назвать «Весенний». Этот вариант выбрала общественность Пинщины в ходе интернет-голосования. Автора победителя, 27-летнего пинчанина Дмитрия Бохана, администрация района не оставила без поощрительного подарка. В этом конкурсе я узнал чисто случайно, просто листаю ленту социальной сети, ну и не раздумывая, просто сразу предложил же этот вариант. Сразу подумал, какой должен быть вариант, так это, чтобы он был лаконичный, максимально прост. По задумке архитекторов, на этом участке появится 5 панельных домов. 2 10-этажных и 3 7-этажных. С учетом развитой транспортной и инженерной инфраструктуры в данном месте, стоимость строительства существенно сократится. Здесь на сегодняшний момент работает Брестжилстрой, они выполняют жилую застройку именно 10-этажный дом. Значит, и задельный будет, это пределы где-то август-сентябрь месяц, будем выполнять силами ПМК 33 и 37-этажный. И на сегодняшний момент выполняет работу также по инфраструктуре, это СПМК 35 «Пенсохозстрой» и строительный интерес номер 2. Первый 10-этажный дом строители должны сдать уже в этом году. В следующем – срок сдачи 7-этажного дома. В целом, по окончании строительства жилкомплекса «Весенний» свои жилищные условия улучшат 348 семей.